Конкурс на выборы в Палату представителей в среднем составляет более 2 человек на место. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила глава Центра избиркома Лидия Ермошина. На данный момент избирательные комиссии получили 263 пакета документов. Выдвижение кандидатов продлится до 1 августа, а проверка документов и регистрация до 11 числа включительно. На неделе в Беларуси завершилось и формирование участковых комиссий. В их составе оказались более 65 тысяч человек. 70% из них – женщины, это представители политических партий и общественных объединений. Образование проходило в точном соответствии с рекомендациями Центральной комиссии. То есть с рейтинговым голосованием, там, где был конкурс с обсуждением кандидатур. Поэтому в некоторых местах местные администрации заседали по 8 или по 9 часов. То есть обсуждали вопрос с несколькими перерывами. Присутствовали активно наблюдатели от исполкома СНГ на заседаниях данных комиссий. Аккредитацию уже получили 193 международных наблюдателя, 142 от СНГ и 51 от БДИПЧ ОБСЕ. Свою миссию в Беларуси Бюро по демократическим институтам и правам человека начнет уже в воскресенье. Парламентские выборы пройдут 11 сентября.